Он жив! Да хватит! Ты его спрятал. Он вышел все-таки из игры, Артур. Куда он исчез? Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Что было вообще? С вами Джек Шепард. Он не мог исчезнуть, я его не... Шустрилый Артур. Да мы его успели убить. Как видите, мы вынуждены были... Я его сейчас соберу с мыслью. Тут появился человек, и Джек Шепард оправдал свои... Так, Шустрила, ты как-нибудь аккуратней. Увы, я, извините, сейчас я канистру хочу собрать. В общем, вот такие дела. Я пошел за травами. Я испугался за Джека Шепарда. Ты не пострадал? Нет, я полностью в порядке. Он ничего не ожидал. Он просто на меня уже накунул. И он... Я его увидел, и он меня увидел. Я прицелился, и он уже был готов по мне стрелять, я его убил. Он не успел выйти, потому что ты слышишь этот... ну, мух. Четыре убийства, меня засчитали убийство, он мертв. В общем, дело такое, с моей стороны это было великолепно. Я сначала вылетаю из сарая, потом слышу, вот он, разворачиваюсь, вижу, как Джеки уже стреляет по мертвому, как тело лежит, потом еще Тертур туда добавил. А я здесь сижу, такой что-то осматриваюсь, вот тут вот сел, сижу, и прямо передо мной он появляется с такой же эмкой, как у меня. Я же вам говорил в конце предыдущей серии, что здесь кто-то был. Он увидел нас и вышел. Псих. Артур, все, мы уже подтверждаем, что ты не псих. Этот. Я же говорю, что моя паранойя оправдана. Кто здесь? Кто здесь? Ты, похоже, начал осматривать его, когда он еще был жив. Или сделал я ничего не начал, я просто к нему подошел. Ты говоришь, это, типа, короче, он еще жив. Я земля просто... взяла его, все, пошли. Все, земля его забрала, да. Так, уходим, на самом деле, он туда к елочкам. Здесь действительно кто-то был. Спонтанно начало серии, я просто сразу, когда начал по нему стрелять, я говорю, я начинаю серию, включу Артуру, и он начал записывать. Поэтому я считаю, ну, а то весь экшон у нас между сериями происходит. В общем, Джек Шепард, ты убийца. Не успел уйти. Четвертый килл. А, блин, ребята, я не знаю. Что не знаю? Я знаю, это круто. Это круто. О, блин, какой закат красивый. Кстати, у меня в этот раз даже адреналин толком не было притока. То есть так все было неожиданно, я как-то стал быстро. Скорее, ты просто уже зачерствел. На механизме. Ага. Все сделано. Считай, сколько зомби я в прошлых сериях сам килил. Я, кстати, тоже вообще не взволновался. Я единственное думаю, блин, сейчас если Джека Шепарда убьют, ему долго бежать. Да, ну то есть чисто вот в этом смысле. А так, Джек думаю... Джек Шепард хладнокровный убийца, его не так тяжело забрать. Да. А кто-то мне однажды говорил, что я даже по зомби боюсь стрелять и никого не убью. А, видишь, как время-то меняет. Да. Так вот. Так вот, я даже времени не стартану сейчас. Короче говоря, мы идем куда? К Козловке? Да, к Козловке, я сейчас карту сверю, хорошо. Должна быть машина. 24, да? Я же говорю, что Артур, что со мной произошло, а? Почему мы так изменились? Это жизнь такая, не мы так и... Не мы так. И так из-за дерева выглядывали. Я вообще, у меня давно уже привычка, я от дерева к дереву бегаю, это ты у нас я полный тут... рост. Кстати, тут есть горочка, курган, можно на нее подняться, может там что-нибудь есть. Сейчас очень часто на горах спавнятся машины, и так я квадроцикл нашел. Далеко? Давай. Вот, мы сейчас на этой горе идем. Кастрюк, который написано. Идем за мной. Кастрюк. А, кстати, что насчет алтаря? Мы находились с Артуром какой-то алтарь, ну то есть шли туда, и там ничего не было. Алтарь? Да, пометка на карте в виде треугольничка написано было «Алтарь». Недалеко от зуба. Да. Я не знаю. Мы сбегали туда, там площадочка такая, ну как бы поле. Мы думали, там что-то есть. Смотрели, пушили и ушли. Может там лес какой-нибудь. 26 на 109. Мы походу... Да, с другой стороны. Все, что стрел затерялся в лесах. Я потерялся. Главное, что Артур-то тебя видел, и я бежал за Артуром. Но я нет, я не затерялся, меня мой GPS реально обманывает. Этого не может быть. Ну, сейчас, если мы на 26. Ух, темнеть начинает. Да. Это хорошо, скоро будет ПНВ, значит. У нас будет очередное преимущество. Угу. Можем идти в электро на герой. Так, вот и ты пробежал. Я просвистел. У нас так пробежал, да, так и земля. Я, да, я вышел. О, кляво. Я красивый такой рассвет. Да, ты у нас вообще... Почувствовал себя альфа, самсон. Бета. Альфа-версия, это как раз. Он, насколько я понял, после предыдущей серии увидел, что здесь люди, и дисконнект сделал. Я тебе говорю, что он вышел, ты говоришь, да там бы написали, нам вообще ничего не пишут. От нас скрывают правду. А что это за зеленые треугольнички на GPS, интересные такие? А зеленые треугольнички, это, я так понимаю,
Елки только какие-то, зачем-то они подсвечены. Может, в оригинальной армии 2, там, в каком-нибудь задании эти елки что-то значили? Может быть. Не знаю даже. Короче, мой GPS меня обманывает, и я потерялся, я вам так скажу. Потерялся у нас Джек Шепард. Он совершенно... Путеводитель потерялся. Он показывает не то, что есть. Он показывает, что я сейчас в лесу. Ну, жоп. Так, я все-таки еще раз посмотрю. 28 на 110, он мне говорит. Банчик вдалеке. А ты знаешь про такой прикол, что если два раза Ctrl нажимаешь, то персонаж оружие убирает? Да, знаю. Ах, Артур хотел блеснуть. Не только вам, выпендриваться же. Мы вышли из Зеленогорска, правильно я понимаю? Правильно. И мы идем сейчас на север. Правильно, правильно. А, мы вообще 110-28. А почему бы нам не зайти... А у меня пишет 28-110. Почему не зайти на 37-40... Ой, 93. А, 93. Козловка вот сейчас 7. По плану, вот там. Пойдем. А, чё... а, блин, это же Зеленая гора, простите. Ты куда меня. Там? Вот мы сейчас, короче, перед гигантским белым... квадратом поля между дрожжиной и козловкой, да? Хорошо, хорошо. Я просто по карте сориентировался. Я вас потерял, друзья мои. Мы сидим на месте. Около дуба. Видите меня? 180. Хоп. От дуба на 180. Дуб, потом на 180 и... Вуки бежит. Вуки бежит. Нет, не туда, в другую сторону. Вот Вуки, вот он, вот он. Вы убегаете от... Пошли. Вуки достаточно замаскирован. Угу. Стоишь, а весь рост посреди поля не видят. А ты прям за нами, вернее, от нас, да, за кустами стоял. Этот, кстати, Джеки корова. Там стоит. Да, но не надо ее убивать, пожалуйста. Я уже сказал, что я его видел минуты две назад. Я говорил, что это не корова, а кабан, но это вообще барашек. Все говорят нам, это не барашек, это козлик. Барашек с клеви звучит. Все. Есть барашек, а есть козлик. Ну, а есть, как Артур любит говорить, барашка. Барашка. Я думаю, где-то до конца этой серии у нас это уже непроглядная тьма будет. А на этом, на побережье, я думаю, уже темно. Да чё, только 6 час. Ну смотри, где солнце уже находится. Ну я смотрю на... Ну чё ж красиво всё. Что-то тебя пробило на... Ну, после убийства человека, знаешь, так бывает, на... На философию пропирает. Угу. Так, что-то, кстати, да. Забыли мы про безопасность. Давайте до леса. Ну, я смотрю... Как бы, тут всякие люди в наших амбарах ходят. Да, из-за этого не получают по заслугам. Они за то, что ходят в наших амбарах, убиваем, как тараканов. Это все оправдано. Кстати, шутки, я реально увидел по ходу вас двоих и вышел из игры. Я о чем и говорил, что он вышел. После Артура может анимация, ну не анимация, а типа Кинг слагал, и ему показалось, что он вышел, да, и тот сразу исчез. А он на самом деле просто в середине стоял. Может быть. Он зашел, о, два мужика, вышел. Заходит, я на него смотрю. А если бы он знал, что там еще Вуки ползают где-то за амбаром, он бы вообще не зашел. Тут ты такой вообще жестко ворвался, я стреляю по нему, Артур, гаси, гаси, и слева такой псих бегает, че, где, кто? Самое смешное, что я когда заходил, ты стрелял... Слева от нас здание какое-то. Сарай. Ты вбегал, как, ну, точнее, ты стрелял уже по его и решил его лутать, а он еще жив был, крутился, ты ему добавил, и Артур со своей громкой... Я не решил лутать, я просто подошел к его трупу, и начал смотреть, что из него кровь идет, а из трупов кровь не идет, и тут до меня доперло, что он еще жив, из и ты трупов идет, что он жив. Идет. Нет, я в смысле, когда уже, мы знаешь, на типа, когда кровь, у него типа этот... А, вышечка, кстати, справа, это не та, на которую можешь залезть нормально. Село, это не... кстати, какое-то, давай... А, мне показалось, что... Это дрожжина, ребята. Мне показалось, что это Зеленогорск. Это если дрожжина, это дрожжина, то... Нам надо вправо по дороге. На восток. А дрожжина вообще ничего хорошего. Дрожжина по дороге не палатка. Очень далеко, если... Ну-ка. А это... вижу. Это камень. Камень, да, это камень.
Один я такой, что-то плечами пожал. Что было? Зато у тебя игра красивая. Да, вот с таким освещением игра вообще красивая становится. Я тоже красивый, блин, пошло. А у меня Quake. Первый. Первый, да. Так, мы же в лесу, я забыл. Кстати, вот скажи, может быть, ты знаешь, потому что я вот без понятия, для чего нужны вот эти здоровые рыжие ангары, что ли. Которые, ну, не рыжие, а ржавые очень. В которых я, как обычно, захожу, ни на лестницах наверху, ни внизу, вообще ничего нет. А покажешь мне когда-нибудь такой ангар? Ну, вот сейчас собора. Нет. А, понял, ты что просто. Ты? Они чисто для спотов, там можно наверх залезть и как бы снайперить хорошо. Ну это я понял, а так в них ничего не появляется. Да, там ничего. Вообще ничего. Бесполезно. Так, нет, я передумал. Ты передумал бежать по полю. Да. Я после тебя опять бегаю. Мы впереди все равно поле. Это я просто проголодался. Ага. Я скоро пить опять захочу. Че ж такое тут с питьем-то, а? В Козловке, наверное, попьем, наберем заново наши фляжки. Верно. Почему, наверное, наберем? Ну, я не знаю, где там водокачка. Где-нибудь есть? Ой, я иду в дерево. Здесь вот так аккуратнее, по-моему, здесь должна быть вышка. Вон она, да, вышка уже есть. Впереди. Вижу. Артур? И только я ничего не вижу. Пожалуйста, скажи, что ты видишь. Ну ты всегда в такой позиции, что перед тобой то куст, то дерево, и как да. Бы видно. Меня тут что только не закрыло от этой вышки. Зомби, два. Ну это было действительно смешно в этом амбаре. Я не знаю. Ну убили человека, а? Боржаться просто. Два пацана стоят, заливают. Типа, тип еще живой, там, пять дырок в заднице. И еще умер, уже бул пошел. Ой, это твояки, вон по полю. Твояки по полю! Да я вижу же. Ладно, ребята, с богом. Да, давай. Чё там? Пусто. Ну, спускайся. Все, за это я хочу кого-нибудь убить. Кровожадный ты какой-то. Да не. Что? Почему там было пусто? Да пойдем. Я не могу стрелять. Это хорошо, пойдем. Так, ладно. Меня комар жахает, походу. Рядом так пролетел. Ой-ой-ой-ой. Это я. Идем. Пойдем так пойдем. Так, до Козловки далеко? Уже вот-вот подбираемся. Да, да, она очень близко. Мы сейчас я только, знаешь, Артур, где будем бежать? Я вообще не ориентируюсь. Знаешь, мы что выделили не бежать? Помнишь, где? Когда мы начинали серию, когда ты 2 минуты не записал, и перед этим 6 бандитов шло? Ага. Вот сейчас туда идем, как в обратную сторону. Было весело, идешь такой с пистолетом. Макарова. Да, слышишь выстрелы, выглядываешь из-за куста, и там мимо тебя 6 бандитов идут, все в бандитских скинах. Это сурово, конечно. Ну, мимо прошли. А сколько у вас было этого человечности, humanity, когда вы... Всегда, полно. Ну, до того, как Артур будет человек. Ну да, логично. Всегда полно. Наконец. Худой. Так, ну вон это Козловка, вон это ржавое здание, по которое ты спрашивал. Козловки там... Где же там машинка? Там автобус рядом с этим ангаром должен стоять. Вот тоже грозно. Сколько там я проходил. Постоянно убивает, я мимо Козловки прохожу, она мне ориентирует, не я дальше двигаюсь к старому собору или к этой к полосе. Всегда от Козловки. И никогда не видел там автобус. Тоже, но и будем надеяться, что нам повезет. Да, но что точка его карма наша перебороет. А вы видите, блин. Вот, ладно. Там баррикада была просто, я думал, что это. Да, я видел. Баррикада. Издалека казалось, что это мешки навалены, я думал, здесь игроки себя ждут. Кого тут ждать-то больно? Народу не так мало, в принципе, да? Угу. Сержант Шепард, ты на 3-м месте по убийствам. Серьезно, что? Выбился в топ. 125 у меня. Шепард крутой. Да ладно. Вот так бывает, когда скины долго не меняешь. Угу. А, подожди, ты же недавно на цивилин сменился, почему у тебя статистику не сбросило? Не сбросило. А, когда на цивилин меняешься, не сбрасывается, когда меняешься на вот эту военную, сбрасывается, по-моему. Ну, я думаю, что так работает. Так, Козлов,
Господа, и автобус я уже не вижу, к сожалению. Где, собственно, ты? Я в траве. Все, и тебя, Артур. Зомби побежал. Ага, и лег. Ну, это анимация такая. Под этим пролез, смотри-ка. И вы сразу прибегли. Так, слева я тебе попрыгу. Он ко мне идет. Блин, да и... Игра подлаговала. Ты прилег, что ли? Лагует все, убей. А, не вижу ничего, не вижу. Он дохнул уже. Все, нормально, он мертв. Блин, что такое? Ну-ка. Продолжим запись. Их тут что-то много, ребят. Много так много. Автобус ты не видишь, да? Да, но у нас есть еще второстепенная цель, мы должны взять воды. А где она тут? Ну, наверное, где-то во дворике, водокачество. А, да, он где-то внутри должна быть колонка. Кто убьет этого красавца? Можно я. О. Дайте мне буквально одну ми... Солнце отсвечивает. Прибыль. О, есть. Прилег. И дальше все прям поползли. Полежали, подождали и поползли. Ну, а че? На самом деле, тоже хочу пить. Ну, я еще не сильно. Я тоже потихоньку начинаю хотеть. Так, кто там? И это опять. Что такое? Я только что... Артур Артур сделал как зомби просто. Я думал, зомби. Зомби близко. Он из-за куста вышел. У меня вечно все из-за куста выходит. Да что ты дергаешься? Ну же спокойно. Доктор сделает маленькую прививку, да? Сейчас комарик ужалит. И потом с через это 550-го, да. Так, нам, по-моему, нужно чуть-чуть правее повернуть, потому что тут потом вставать придется. А нет, там вроде есть. По прямой, да, там забора нет больше. Его больше. Так, вот здесь, кстати, управа, да? Водокачку на карте я масштабирование сделал. Вот буквально... Дом входной. Я за Артуром. Я за тобой. Так, я посмотрю, что у нас тут. Возможно, тут что-то есть. Возможно. Ничего нет вообще. Есть дом входной справа от нас. Входной? Да, красный. Нет, еще правее. Темненький. Почему бы нам не наведаться туда? Давайте я туда загляну. Давайте, а кто-нибудь в красный. Зомби стоит. Домики, домики, это собак. Поселился. Офигеть, поселился у нас такой дружок, да? Где? Опять я все пропускаю. Вон, тут красный дом, видишь? Вон там какое-то здание типа гаража, и в нем пусто. А, вон, да-да-да, вижу. Офигеть, да? Да это опять дядя Петя, это как это по-русски, напился. Он должен быть наказан. Все. Собаку выгнал, да? Подвинься, шарик, я прилягу. Ладно, в управу лезем, да? Он там, кстати, наверху, на пригорке. Да, желтенький. Тут зомби убитый есть, аккуратно. Ползай, внутри гаражика не видишь, что там? Внутри гаражика не вижу, что там. Так, шестерел, так, значит, я без вас не двинусь, я потому что... Дальше на разведку в поисках воды. Давай в управу. Обычно рядом с управой где-то в каком-то из двориков есть. Угу. Так, ребята, может вы ко мне подойдете? Без проблем. У меня тут наверху входной домик и тут входной домик, но я боюсь туда один идти, потому что тут труп лежит зомби. Давай, шестерел, тогда этот сейчас осмотрит. Вот как мы поступим. Ребята. Ну, здесь вроде бы чисто вода и типа. Можете да, недолго посидеть в красном домике. Я сейчас пойду на горочку, встану. Ага. И пойдете дальше ловить спокойно, договорились? Давай, Артур, где эти спины кроют? Ага. Иди на меня смотри. А, кто там внутри? А, это ты, блин, елки. Да, зомби! В дом, так, в дом, за тобой, бегом. Оставь его мне, пожалуйста. Давайте. Я захожу. С него этот выпал пинт, кому надо берите. Я захожу. И у меня три. Я беру. Я внутри. Я сейчас кому-то должен дать свои бутылки пустые, вы их не наполните. Пусто, кстати. Давай мне складывай. А у меня все вместе. Оно у меня всего одна пустая, это хорошо. Так, я положил. У тебя их там уже две. Так, все, давайте, я быстренько накручу. Так, ну накручу. Это, ну как это, типа гаражик. Ну, тебе через опасное место придется идти. Ничего страшного. Я же в этих. Я есть кусты. Так, где тут, говоришь, колонка? Вот здесь в гараже лента для пулемета. Это хорошо, осталось пулемет найти. Дело за малым. Где тут колонка? И вот про этот якорь-то перевернутый, типа фонтанчик, да?
понял я. Кто где, ребят? Я на входе, ты с другого. Давай, я выхожу, прикрой меня, я пойду воды посмотрю, есть нет. Да подожди, ты успеешь свою воду, давай все по порядку осмотрим. Вот ему в воду, блин, а? Тут куча всего, кстати. А здесь фонтан пустой. Да, это вот желтенький дом, который я прошел. Ага, тут, да, у него. Угу. Да, вот это как раз наш маршрут ближайший. Сейчас сначала один входной домик, потом вот этот вот двухэтажный, а больше тут, в принципе, ничего такого и нет особо. Гордума. Эту дверь еще не закрыть. Я здесь ночью ходил в последний раз. SG-17 подсвечиваю себе. Нашел его на болотах. Че, может, в черненький дом зайдем? Сейчас. Ты на месте? Что стрелял? Да, я принципе. Я нет, я в минуте. Давай. Ну, можете, наверное, начинать. Я не думаю, что что-то случится плохое, да? Еще один мертвый зомби лежит. А, или это живой. Головой вроде щели, да? Шапки, ушанки. Not anymore. Тихо, тихо, тихо. Заходи это быстро я. Внутрь. Это я. У меня просто на меня нападение, покушение. Ладно. Синхрон. Этот дом-то не входной. Зря мы вообще насчет него. Он выглядел как входной с другой стороны. С другой стороны, да. Так, тут у нас тоже... А, ну ты про это и говорил, что здесь... Да-да-да, банки лежат так. Лежит охотничий нож, магазин G17 и патроны КМ-249. Желтый дом сейчас дойдем? Да, внутри него, похоже, кто-то есть. Зомби, да? Ну, понятно. Мало ли. И похоже, судя по всему. Так, слева подходит аккуратно. Лучше справа, наверное, обойти. Давай, давай, справа. Все, я на месте. Блин, такой шум травы был, когда ты оружие менял. У меня было ощущение, что кто-то упал рядом. Да-да. Ой, он прям где-то там дышит. Отсюда мы не обойдем. А тут закрыто еще, супер. Так, я отсюда, по крайней мере, наверное, смогу в окно его пострелить. Давай. А тут попрыгун. Я его и сейчас стану. Давай за мной через заточку перескачем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, в это нажал. Спалился, нет? Нет, я его убил. Меня это вы постоянно подводит. Что, может, вот тут через заборчик и вокруг обойдем? Да, в принципе, мне кажется... Ну, давай, ладно, пойдем. Себастьян не может ничего сделать. Так, мне вообще обычно похоже, идут... половины файлов в игре нет. Красненький ангар бы смотрел. Ну, вроде там чист. А что там осматривать-то, если там никогда ничего не бывает? Я про людей. Что там можно бежать наверху. Если бы там кто-то лежал, то я думаю, уже бы давно... Ну нет, мало ли, только пришел и поднял. Так, здесь зомби пристрелены. Это, я думаю, шустрилы сделал. Шустрилы рядом с дорогой. Да, да. Да, на дороге именно меня было совершено покушение. Так, снимешь его? Джипшот. Че бы нет. Че бы нет. Спрячь труп, пожалуйста. Ой, блин, ты такой, я не знаю. Че такое? Мы не должны вообще никаких следов вставлять. Тихо-тихо, не нервничай. Поза новостранец. Все поставился. Он не хочет прятаться? А, не, он сейчас у тебя полагает и все. Уйдет в землю. Следов не оставляет. Да. Я не пойму, что тебя наругает кто-то за них, что ли? Нет, блин, идет. Как он меня увидел? Мать его. Джекшетик, что-то не в духе. Игра настроена против него. Убей, убей. Твою мать, ты... Я же просто у меня этот... Блин, патроны почему-то кончились, не знаю почему. У меня зомби исчез и переметнулся прямо ко мне за спину. Блин, Джек Шепард, если агришь зомби, заходи ты внутрь. Агришь, тут вообще как? Посмотри потом эту серию, ты увидишь со скольки метров, и я когда пол. Спокойно, спокойно. Да, все хорошо. Как так? Убили? Я закроюсь от тебя, ты злой. Он меня увидел. Не убил. Тут часы есть. Тут Артур есть. Без 5-6. И тут зомби, которого я убил. И все.
Вообще пустой дом. Да. Что там говоришь в этом, в как он, в Red River, да? Не нравится мне это место. Убранство домов. Вот здесь еще хуже. Да. Так, ну что, по горочке поднимаемся к тебе, ты нас видишь, да? Вас нет, пол села вижу. Мы у желтого дома, которого ты убил. Понял вас. Да, поднимайтесь на горочку, здесь на поле есть зомбики, поэтому аккуратненько. А так мы не будем воду набирать? Ага, ура. А, точно, да. Да, никто. Так, не... ну давай, Джек Шепард, показывай, где-то там видел какую-нибудь водокачку. Я не видел, я видел там только пустой этот, фонтан. Где-то здесь она должна быть, я думаю. Так, совсем темнеет. Вот здесь, думаю, какой-нибудь мотоцикл или машина должна быть спавниться, да? Не знаю. Не уверен. Так, я вижу вас по дороге, да? Угу. Я вместе с вами ползком перемещаюсь. Угу. Шо? Что у нас тут? Ну, какой-нибудь маленький этот, блин. Колоночку какую-нибудь бы нам. Так, я пошел по наружной стороне, Джек Шепард. Давай, не грохни давай. Меня. Угу. А фонтанчик тот воду не набирает, да? Он же пересохший. Да. Мы все пожарны. Метнуться до старого собора, конечно. Я на 100% уверен, что там есть машина, но там очень-очень-очень опасно. Факт. Поэтому... Так, Джек Шепард. Я все так же вдоль иду. Нигде ничего не вижу. Сколько у нас там уже? 24 минуты еще только. Такой чувствую, вот уже цел. Зомби за тобой и сзади появился, аккуратней. Он, по-моему, сагрился на тебя. Нет, он мертв. Ну, предупрежден, все. Угу. Да, я как раз только по твоим словам и развернулся. Тимплей. Иначе. Такое слово. Заумная. Так, все, Джек Шепард, можно гореть, там уже ничего нет. Ничего нет, да. Не нашли у нас с собой водокачку никакую. Свалим тогда. Не урожай, что я могу сказать. Так, мы поднимаемся по горочке. Аккуратнее, аккуратнее, слева от тебя, ну, вдалеке где-то зомби. Но он может сагриться. Вот на меня вообще метров с 50 на вон он удержал. В такой, в белой рубашке? Да, он нет, в черной рубашке. А там еще в белой за деревьями прячется. Подружки его, что ли? Ага. Вас не видно пока что вообще. Присяду. Джек Шепард его убил? Да. А, вижу, вижу тебя, Артур. Вот, там зомби в белом прям на вас идет, по вашу правую руку. Где? Опять, наверное, за кустиками от меня прячется, как и все в этой игре. Угу. Нет, я... Вот вы сейчас смотрите, прям бежит. Ну, это ты, конечно, перебрал, наверное, на его душу. Да а нет, вот. Опасно было. Я успел один выстрел сделать. Патронов пока что полно, да и, в принципе, я редко их трачу. Так что можно побаловать. Лучше уж я потрачу где-то патронов штук 6, чем один бинтик. Бинты теперь так, на вес золота. Да, с бинтами что-то вообще беда какая-то. Да. Ну так. Что, давайте, куда пойдем? Козловки транспорта не оказалось, аура работает. Аура продолжает работать, да? Карма, чувак, карма. Это капец. Так, давайте, может... Ты чавкаешь? Нет. Я развернулся, кто чавкает? Я не чавкаю. Сейчас закажется, что рядом с вами сидит мужик, который хавает. Тушенку, да? Сидит. О, ребят, привет. Опа, пацаны. Рада. Ребята, дайте покушать. Так, ну старый собор, говоришь. В принципе, пока ночь можно наведаться. Угу. Вы, кстати, такое? Говорите, вот у вас ночь, да, сейчас уже темновато? Нет, пока нет. Что еще не совсем ночь. Потому что у меня день дневной просто. Ну, то есть светло, как бы, но уже идет на нисходящую. Ладно, 6 часов ровно. Цель – старый собор. Вообще здесь природа какая-то непонятная, то есть... Светает рано в 5 часов, а темнеет в 6 часов вечера. Сейчас, кстати, теперь уже в 4 автор. Буквально вчера днем играл, да. 4 утра, я думал, ну часов 7-6, наверное, уже такой рассвет, довольно свет, а на самом деле 4 утра было. Летнее время. Да.
Интересно, когда все добавят, там снег или может быть что-нибудь в духе. Не знаю. Может быть сделают там какой-нибудь отрезок с горами, как скорее. А вообще говорят же они, что будут новые эти, ну как карты же для армы, там много их довольно-таки так. Ну как довольно много. Ну это самое главное. Так же просто под DayZ переделают и может даже какой-нибудь, не знаю. Или да, это уже родная стала. Лесорубка. То есть в сталкере, допустим, было. Пни. Кого другом пни. Для кого? Для кого-то это трупы. Да, это трупы. Трупы, куча трупов. Кругом мертвые люди. Кладбище. Вот здесь вообще отлично снайперскую позицию занимают. И чего? На пни смотреть? Нет, ты лежишь такой, да, люди бегают такие. Пень. Человек! Здесь же никто никогда не ходит. Учитывая, что здесь народу да? бегает, просто вообще куча. Ну, снайперы разные бывают. Неделю лежит на одном месте. О, живой человек. Я уже запарился общаться с пнями. Сиди такой, знаешь, смотрит. Не убивает, побежал обниматься. Все эти дни так смотрит, все, а потом думает, пойду-ка я это перекушу немножко. Приходит, да, мертв. Там уже машина, квадрик проехал, там 500 человек. Он запись-то, допустим, оставил. Потом, кстати, посмотрим. Вот так, слева корова. Она не будет так, точно. Вот, я думаю, мы сейчас до леса полосы и оттуда... Всех здоровье полное. Отлично себя чувствую. У меня 11600. Так, съешь нормально. Кусок мяса. Да, и, зачем, чего ж ты? Кушай. Такой сок, аккуратней. Мясо. Ешь свое долбанное мясо, да. А там, кстати, машинки не может быть вот под навесом? Нет, это не навес. А что это? Ну типа крыша там какая-то. Ну это же гараж. Ну, то есть... Или мы праздные с тобой там. Да нет, слева. Да. Ты не представляешь, как я их хочу. Мы пешком уже стоптали все ботинки. Да. Ну мы до этого еще столько же бегали, как минимум. О, да. Ну мыться вообще какие-то. Не знаю. Так, радиовышка. У которой ничего не бывает. В зоне можно залезть. Да, это полезно. Особенно учитывая, что если один выстрел оттуда произвел, то потом ты пока будешь оттуда спускаться. Все считают труп. Если ты будешь произведешь один выстрел на ней, то к тебе потом целая бригада будет лезть по этой лестнице. Пьян людей. Они же умеют карабкаться. Ты все так же думаешь, что это не зомби, а пьяные люди? Я придержу ты. Они ведут себя на как пьяные люди, ходят как пьяные люди, драться лезут как пьяные люди. Да. Почему я должен считать по-другому, да? Единственное, что их отличает от пьяных людей, когда ты теряешь сознание и начинают тебя кушать. Да. Дрова твои я выкину, пожалуй. Что-то, блин, мы как-то забыли про них. Давай, разжигай. Да, ну зачем? Сейчас я попью сначала. Зачем разжигать-то вообще, я не пойму. У меня и мясо есть непожаренное. Потом будет опасная ситуация, когда нам надо будет. Ну, мы будем пробираться, у нас будет убавляться здоровье, допустим, старым собой. Я тебе сделаю мешок крови. Ой, мешок. Мешок пакет. Крови ты мне сделал, что ладно, сделал мне мешок крови. Подожди, а где Артур? Я отстал, я говорю, я воду пью. Мы поняли. Видишь нас? Сейчас увидите меня. Ты опять за кустами от нас тратишься. Да, он бежит. Выцеливаю. Я тебя повыцеливаю сейчас. Ну, я смотрю вот так, чисто, при приближении. Я тебе приготовлю. Разногласия. Да нет, да он знает, что я его не убью. Ну, естественно. Это было бы как минимум странно. Ну, один раз уже убивал. А это было совершенно случайно, я тебя прикрывал. Да, конечно, прикрывал. Жбан с первой пули. Это не значит, что я плохой стрелок, когда прикрываю. Очень хорошая ситуация. Лежал человек без сознания. Ну, мы сидели в скайпе, у нас было человек 6, наверное. Просто общались, там играли на одном сервере. И я по электрозаводку как раз в это время шарился. И нашел типа, который без сознания лежит, с лицом окрашенным, как у нас. И я такой думаю, да, что нашим тут делать? Думаю, пристрелю его, даю ему две пули в лоб. Буквально проходит 3 секунды, и в скайп такой... Блин, прикинь, лежу, короче, на пожарной станции. Какой-то тип подходит, посмотрел, пристрелил. Я наш, такой, да ладно. Вот это был реально беспредел. Оп, ребята. Поэтому надо говорить, когда ты без сознания или что там с тобой происходит. Спалился, по-моему, только что. А сейчас этот человек смотрит и так натачивает нож с ходом. Нет, а, господи, он не знает. Я ему сказал сразу. Типа, да ладно.
Ну да, я Артуру сразу сказал, что я вроде как тебя убил. Да ладно, найдешь ты себе еще GPS, PNV, M249, да. Не волнуйся. Часик другой там. Пулемет очень крут. Да представляю, только с ним, наверное, бегать очень медленно получится. Да нормально. Так, ну что, вон впереди. Я думаю, вряд ли здесь вес оружия влияет на что-то. Я тоже думаю, что не влияет. Но было бы хорошо, если бы влияло, чтобы тот, кто на легке, быстрее перемещался. Ну, например, снайпер точно с бара там не сможет бегать. Естественно. Я имею в виду, что парни с МП5 такой всей, как да, СУ, да. Вот они были бы пошустрее, чем ребята с М-очками там и прочее. Да. А чтоб парень с М249 вообще себя чувствовал как тут. Идет такой пешком. Еле-еле там по земле, знаешь, пулемет волочит за дуло. Вот для него был бы такой кайф, когда он увидел бы волны зомби. Для врагов был бы кайф, когда он их увидел бы. И рядом с ним сидит какой-нибудь паспорту, да, такой, и ленту этих держит. Так, у меня персонаж хочет пить. Так попей. А пить-то нечего. Как нечего? Ну, сейчас, то есть, я вот так, бензине пить не буду. Ты все канистру с собой таскаешь? Да, да. В рюкзаке. Бывает. У меня тоже, у меня тоже канистра в рюкзаке, раз уж на это пошло. Потому что мы же идем искать. Так, я вас потерял. Прямо на север. Я где-то туда и бежал. Ой, что-то я не то открыл. Да, прямо на север, ладно. 34 минуты GPS. Бежим. А, вижу тебя. Да, мне GPS не так вот. У меня выключится время. Что, через 5 минуток закончу? Где-то так? Угу. Ну, невозможно. Или если что-то забежим, может, не будем там. Поэтому хотя, думаю, лучше все освоение Старого Собора на следующую серию оставить. Ну там будет экшон, я вам гарантирую. Да, чтобы не было того, что мы там 5 минут пробегали, ну, давайте сейчас. Не знаю, как сказать, но, наверное, 50 на 50 кто-то там и останется у нас в Старом Соборе. Червей. Чего не я? Я такой настрой не принимаю. Я против. Ну, Джек Шепард наверняка кого-нибудь отправит опять. Очередную зарубку на руки делает. Процам-то. Подойдет ухо, срежет. Я узнаю эту дорогу на верном пути. О, кстати, то есть все, все это время до этого ты бежал на угад, да? Я бежал на север. О, я узнаю эту дорогу, отлично. Тут просто рядом прудик есть. Сейчас я посмотрю на карте. Прудик, отлично, прудик. Я помню, да, тоже с места забыл прудик. Угу. Сейчас мы к дороге выйдем. Я присяд. Это, по-моему, будет как раз тот прудик, который... Помнишь, что тут тот прудик? Джек Шепард, не потеряйся, ты там поверху идешь. А я... Так, у нас квадрат 89-54. Этот прудик я в жизни не забуду, если это он. Столько я там смеялся, да. Бежал с двумя калашами, один человеку отдать, один себе оставить. Подошел к прудику, вообще какому-то заброшенному воды набрать, и получил уже бантулю. Великолепно. Печально. Классика жанра. Это был тот же прудик наш, который, где я. Так, Джек Шепард, я понимаю, опять за мной бежит, да? Да. А я бегу на угад еще. Я потерял, что стрел вообще. Извините, пока в карту смотрел. Мы у дороги. Ты где? Он специально замолчал, похоже. Угу. Are you okay? Да-да-да, я в картах. Карты режешься там. Ага. Сидит там, блин. Ладно, пойдем, нам надо теперь срочно повернуть. Вы тут? Это вы окей, тут? Что повернуть, а где ты? Я рядом, я вышел на дорогу. Луки на дороге. Вижу вас. Все, нам на восток. Пруда рядом не будет. И теперь я серьезно думаю о запасах воды, потому что нам еще 3 километра до ближайшего села, и это я еще не уверен по поводу водокачки. За Старым Собором где-то, наверное, в минутах 5 ходьбы есть пруд. Если что, можно будет туда зайти. Угу. А это у которого тут уже сели заканчивалось? Ну не сели, а нет. Строго на север от Старого Собора идти, если угу. От него, ну, 100% на него наткнешься. Он там в окружении деревьев, как оазис такой среди степи. Прикольно. Там лучше водичку, я думаю, не пить поодиночке. Вот мой мужик уже так устал, что еле плетется. А мой мужик какой-то прожорливый, все время хочет пить, я не знаю. Понимаешь, что он тут бегает с рюкзаком тяжелейшим, за спиной, с оружием в руках? Вон у нас поселение.
Солнце тоже у горизонта. Чем темнее, тем лучше. При входе в город. Главное, чтобы у меня не было бага, и в прицел я мог смотреть с ПНВ. С ПНВ это хорошо. Я даже сейчас бегу нормально с ПНВ, у меня ничего не слепит. Ты бежишь с ПНВ? Да, только солнце тебя в глаза. Да, солнце меня... вообще, когда смотришь особенно в ту сторону, это ужас. Ну да. Ну как не слепит, все равно немного. Зато никак. Когда ПНВ выключаешь, сразу такая темень. Да, и потом так восстанавливается потихоньку. Так, мы подходим, судя по всему. Да. Вон, старый собор, 3 км. А это у нас что такое? Рогово. Ну, Рогово пойдем. Не помню, чтоб я там был. Может быть там есть. Давайте сходим, это же интересно, правда. Сходим. Как раз там сервис закончим. Да, там сервис закончим. Как раз на сегодня, наверное, хватит. Угу. Пару зомби нагрел. Блин, мне было так аккуратнее. Ну, весь рост хватит шлепать. У меня всего лишь 3 патрона. Тут дома правы. Ну, вы поняли, да? Да, мы поняли. Зомби в сетку бьется. И этот... Как он, блин? Зигу кидал. Я перешел на позицию пуза. Ну ладно, давай в пузе попробуем. Потому что, зная нынешних зомби, они не очень доброжелательные даже со 100 метров. Джек Шепард будет всех палить. Да подожди, у меня просто подвисло опять. Рогово, рогово. Ой, я жрать захотел. Пристану чуть-чуть. Что ж я жрать-то хочу? Так, кушаю. Шо? Да присядь ты, old man. Так, я замыкаю, короче. Слева на зомбятина. Красное лутабельное здание. Да. Неплохо было бы. Горок рядом нету, негде сесть, даже нормально. Да. Ну, тут, я думаю, все вместе можно полазить просто. В мою сторону зомби идет. Достаточно близко причем. Ко мне? Да. А, точно. За кустом. Он меня прям режет по моей траектории. Снимаю. Вот все-то тебе поснимать бы. Хорош, нормально. А теперь прячь труп. Нет, далеко ползти. Давайте, наверное, до красного дома. Давайте. Так, все, патроны я подтекал, я сейчас. Вообще все? Да нет, у меня 6 этих еще осталось. Ну так. Ну то есть как бы. У тебя точно обычные станаги не держит? Нет. Только СД. Печально. Угу. Да. Неправильная игра. Да. Очень интересно. Так, слева от вас зомби, да. Он находится прямо за этой баррикадой. Если кто палится, то советую заходить все-таки внутрь и там отстреливаться. Попроще как-то. Так, он сейчас за Урал ушел, так что может спокойно ползти. Так, я зашел в красное здание, у нас тут спички. И все. Там еще один дом, по-моему, дальше. 911 с патронами. Все. Подожди. А, оказался. Казалось. Зомби бежит внутрь. Что такое? Завали его. Так, сейчас. Ой, я 2 раза промазал. Я тебе. Да я тебя убил уже. Ребята, вы меня огорчаете. Да ладно. Ты бы видел, я выхожу, он через 2 стены прицельно просто летел на меня. Офигеть, я заползаю к вам. Ага. Так, кроме спичек тут ничего нет? А, 911 с патронами, но кому он нужен? И там такие 2 ноги ползают. А давайте вот в эту комнату зайдем. А я там? А, я понял тебя. Тут у нас палатка.
Ну, у меня места нет. У меня все ну, есть. Нет, просто я так говорю. Давайте в эту комнату. Да, и да. Серию пора заканчивать, я думаю. Я подхожу. В следующий пойдем в собор. Угу. Место, где ломаются судьбы. На стул я садиться не буду, так как я не знаю, как делать, зато у меня есть кнопка «Э». Сядь на холодильник. Ну, кнопка «Э», я же сказал. О. Вот опасно, вот это вот, ну ладно. Ой, да ладно. А этот прикрывает. Ладно, давайте на этом прекратим эту серию на самом-то деле. В следующий пойдем в старый собор, поищем там... Что нам там надо? Машина. Машину, деньги, девушка, вода. Да, короче, что-нибудь из этого мы явно там получим. Как минимум палаточный лагерь, я думаю, мы полутаем все-таки, если уж там будем. Ну, короче говоря, ладно, на этом все, попрощайтесь, бойцы. Давай. Ну ладно, давай, пока-пока. Всем пока. Пока-пока-пока.